Я с гонором могу подкреслить, что мне заздрости с коллеги, кажусь, как ты это сделал, как ты написал, мы хотим такую самую книгу. Тому я надеюсь, что эта книга дадаст любови не только кургалцам, не только выходцам с наших весок, але и народного кута, так, любови, але и в принципе по Беларуси, бо сегодня мы бачим катализацию такую уваги до батьковщины, и не здарма тут как раз держава откликнулася на гэтую людскую засекавленность, коли обвестили год разимы, так вот малой разимы, причем зрабили гэта на протягу ажно 3 гадоў. Тому можете лічыць, что я выканаў, так сказать, по зову души державный заказ. Что еще хотелось бы сказать в связи с книгой, что дать Бог супрацоўніцтва со школой, Бог этой книги не было бы без Александра Арсеньевича, без Татьяны Павловны. И так само подкреслю тут удел своими подказками, вельми такими пленными, Вячеслава Иосифовича, які на счастье эту книгу побачил, але, на жаль, сегодня он отсутничая, бо не дожил до этой подеи некольки дзён. Треба сказать и своей редакторской увагой не обминул книгу Виктор Константинович Гарзей, ну а скажем, забеспечил финансовые некоторые расходы на архивы, бо сегодня все платное во всех организациях. Так само выпускник школы Виталь Белый. Как вы бачите, тут можно сказать, коллективная монография, так, только писал один человек, а все остальные допомагали. И когда так будет протягиваться, то маем планы, задумы. Вы за вас там написано, что шиток первый, так. Маем планы, задумы, что будет шиток и другие, и еще как минимум третий. Таким чином будем иметь, как дасть Бог, шматтомную историю Круговицкой школы.